Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 23 июня 2022 года, появилась вот интересная информация. Всплыла, так сказать. Беларусь с 22 июня по 1 июля будет проводить мобилизационные учения. Во всех военных комиссариатах в Гомельской области планируется провести учебные сборы военнообязанных. Так заявили в Министерстве обороны Беларуси. А к чему, на ваш взгляд, готовится Беларусь? Вот, может ли она готовиться к тому, что Украина нападет на Беларусь? Сомневаюсь, что Лукашенко готовится к этому. Может ли готовиться Лукашенко к тому, что Польша нападет на Беларусь? Сомневаюсь, что Польша нападет. Но есть одно но, как говорится. А что может заставить Украину напасть на Беларусь? Или Польшу напасть на Беларусь? Вот что может заставить эти две страны сделать это? Это массированный ракетный обстрел или Польши, или Украины с заходом российских войск с территории Беларуси. Полномасштабный заход. И вот когда генералы украинские говорят, что Беларусь готовится к обороне, то какая причина этой обороны? Ну пусть, я уже, может быть, даже соглашусь, что не хочет Лукашенко нападать. Ну почему он готовится к обороне? Какая причина? Что может заставить Беларусь обороняться? Вот на ваш взгляд, напишите в комментариях.